Стрілянина у Карловому університеті у Празі. 11 загиблих, більше 20 людей поранені. 9 з них у важкому стані. На місці працюють усі екстрені служби, зокрема спецназ поліції. Попередньо стрілок ліквідований. Зараз з нами на зв'язку викладач Карлового університету у Празі, журналіст, філософ Олександр Мороз. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий день, здравствуйте. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, що вам відомо про цю стрілянину в університеті от на цей момент? Трагічні события, і по масштабам Чехії, безусловно, це чрезвичайне событие. Уже известно, что действительно стрелок застрелил 10 человек на философском факультете, или, как его называют, факультет liberal arts, и покончил с собой, таким образом, 11 жертв в целом, и плюс 9 тяжело раненых, и мы не знаем точно еще пока, какая будет окончательная цифра погибших. Сейчас, на сегодня, что мы знаем точно? Мы еще не знаем имен погибших. И надо сказать, что на факультете учатся и украинские студенты в том числе, и на этом факультете действует и школа для украинских семей, школа чешского языка. Правда, слава богу, она в 3 другие дня недели проходит, поэтому здесь обошлось. Но, тем не менее, конечно, есть большие пока волнения в отношении погибших студентов, кто это, и, конечно, это огромное горе в семьях. Что касается самого стрелка, то уже известно, что это чешский студент. Он жил неподалеку от Праги, в районе города Кладно. Сейчас уже известно, что он застрелил своего отца сначала и затем двинулся с оружием в Прагу. И на факультете, на 4-м этаже этого здания, где расположен юридический факультет, открыл стрельбу. Она продолжалась чуть более 20 минут. В 14:59 он начал стрельбу и в 15:20 покончил с собой. А что змусило его піти на такие дії? Які версії висувають поліцейським? Пока нет окончательных версий полицейских относительно, так сказать, психического состояния, психического здоровья этого студента, но уже известно, что он начал вести телеграм-канал, в котором содержится подготовка к этому, как говорят сейчас там в Соединенных Штатах, во всем мире скул-шутингу, да, шутингу. То есть такое случается в школах, в больницах, когда человек приходит и устраивает такую массовую стрельбу. Конечно, такие эпизоды, как мы знаем, они носят какой-то эпидемический характер, как-то влияют на людей такого типа психики. В Европе сейчас уже пишут, что это 4-я по величине как бы стрельба в Европе. Подобная была в Германии несколько лет назад. И в Керчи, как многие помнят, уже собственно, в оккупированном Крыму несколько лет назад была тоже стрельба в школе, где было 20 убитых. Ну вот, Чехия теперь в ряду этих мрачных эпизодов. А чи відомо от взагалі, як цей стрілок проніс зброю до університету, і чи будуть тепер посилені заходи безпеки? Ну, надо сказать, что никто такого не ожидал. И когда говорят, что полиция не подготовлена, но к чему она может быть подготовлена? Дело в том, что Чехия – это одна из стран Европы, где достаточно большое количество гражданского оружия находится на руках у населения. Это традиция. Разрешения выдаются. Больше того, может быть, многие знают, что когда началась российская агрессия против Украины, то в Чехии население купило в течение одного месяца количество стволов, равное годовой покупке оружия. Это, так сказать, такое, ну, отражает дух чешских домохозяйств, которые в такой ситуации думают о своей самозащите, в частности. Поэтому наличие оружия – это не проблема. Как он его пронес? Но дело в том, что в университете здесь свободно, как и во всех странах Европы, нет никаких проверок, и это понятная традиція. Пане Олександре, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора.
Я нагадаю, це був Олександр Мороз, викладач Карлового університету, журналіст, філософ.